Сегодня мы наблюдали выступление в составе самарской группы ансамбля под управлением Петра Старцева. Но он же не забыл, что и одному можно петь. Петр Старцев, Самара! Доброй ночи вам. А вы знаете вообще, сколько времени? Нет, не знаете? Я вам могу подсказать. Хотите? Ну, давайте так сделаем. Значит, вы помните, кто такой Илья? Илья Муровец, который... Который 30 лет сидел, ничего не делал. Потом, значит, пришли коллеги перехожие и сказали, что ему делать, да? Вот, давайте ставим. Это песня моего одного из любимых авторов на фестивале имени Валерия Грушина на стихе Олега Чехонцева. То ли ведра, то ли льет, как из ведра. Петухи прокукарекали. Пора. Время дело, хватит дрыхнуть на боку. О, да взял бы палец, да сдвинуть не могу. 20 лет уже я сиденьем сижу. О, да 20 лет я на дорогу гляжу, а еще 10 лет мне сидеть, да 10 лет мне на дорогу глядеть. Дело будет, еще рано помирать. 3 дороги мне еще выбирать, а пока мест ни седла, ни коня, только песни про запас у меня. Сколько песен у родной стороны. То ли свадьба, то ли похороны. Глянешь право, величая пою, да глянешь влево, отпевая, поют черный бор, волчья степь, воля вольная. Ах ты, родина моя, ах ты, боль моя. Вот стою я с покаянною улыбкою, не покажутся ли калики за калиткою? Ну, еще я должен сказать, что мы выпустили с Олегом Митяевым ретро-диск. И одна из его песен, давайте вместе споем, хорошо? Когда я был щенком и верил в грезы детства, усатым трубачом себя воображал, едва заслышав звук военного оркестра, с ватагою дружков я вслед за ним бежал. Ох, хорошо, ать-два, руки, ноги, голова, душу вдвоем ртом, подымая пыль столбом, лупим, не жалея ног, чередуя выдох, вдох, чтоб по жизни прогреметь, как первый гром. Сбываются мечты,
вокруг моей фигуры обвился, как удав, красавец геликон. Я музыкой пленил прелестную натуру и руки нам спаял товарищ Мендельсон. Ох, хорошо, ать, два, руки, ноги, голова, душу два, ем ртом, подымая пыль столбом, лупим и жалея ног, чередуя выдох, вдох, чтоб по жизни прогреметь, как первый гром. Когда последний марш в последний путь поманит, когда меня свезут в одно из тихих мест, и развернув лицом туда, где солнце встанет, пусть грянет надо мной под выпивший оркестр последний солнца всплеск. На меди догорает, последние шаги затихнут и замрут, уходит мой оркестр, но звуки догоняя, за музыкой след мальчишки побегут. Ох, хорошо, ать, два, ем ртом, подымая пыль столбом, лупим не жалея ног, чередуя выдох, вдох, чтоб по жизни прогреметь, как первый гром. Ну, естественно, вот эта прекрасная совершенно песня из кинофильма «Бумбараш». Помните, да? Тоже давайте вместе споем. Как за меня матушка все молила Бога, все поклоны била, ой, целовала крест, а сыночку выпала дальняя дорога. Ох, хлопоты бубновые, пиковый интерес, журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто куда влечет меня по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Ой, куда мне деться, дайте глядеться, спереди засада, сзади западня, белые да красные, да все такие разные, а голова у всех одна, да как и у меня, журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто куда влечет меня по белу свету, и где награда для меня, и где засада на меня, гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Где я только не был, чего я не отведал, березовую кашу, крапиву, лебеду, только вот на небе я ни разу не обедал. И ты, Господи, прости меня, я с этим обожду, журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто куда влечет меня по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу. Журавль по небу летит, корабль по морю идет. А кто куда влечет меня по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу. Журавль по небу летит.